потом завершим. Надо эту мразь убить, собаку бессмысленно просто будет башить. Да, вот чем быстрее эту мразь разъебем, тем быстрее пойдем собаку посмотрим. В принципе, еще что у нас? Воскресенье есть. Можно сходить, будет попробовать разъебать все-таки собаку. Есть же Поставьте, у кого есть. Вон, поставили. Починитесь. Так, а кто мне там говорил, Святос, тебе пуху, да? А то я забыл, блядь. Да, он лучше грани будет, конечно, плюс дырка, блядь. Вот он у меня лежит. Так. Проверка. Ой, давайте, ребята, сыграйте, блядь. Нихуя сложного тут нету. Уже 30 тысяч остались, сейчас разъебем. Давайте на счет 3 пуляем. Раз, два, три. Так, дыхание, готовимся. Сейчас пару секунд будет. Черная вон хуйня. Отбежали, забежали. Так. Вставалка есть? Я микоресы его. Сразу фулбаф. Фулбаф по нему сразу. Готовьтесь. Каску лапу приставбаф по нему. И захилюсь. Тотем сразу ставь на ману. Ты вроде хил. Тотем сразу, ага. Цепухи моментальные там не обламывайтесь использовать. Я на этом ММА сдал никогда. Так, давайте готовимся. В мелизоны идут духи. Да? На меня идут? Да. Все, милики, осторожно. Сейчас я их похлопаю. Немножко отходить буду. Куда-нибудь этого пидора. О, нормально вышел. Немножко сбоку бейте, смотрите, чтобы в луже не стоять. Так, что там? 40%. Вот сферы возле босса разъебите. Зауешьте всю эту хуйню быстрее, хотя бы эти 4. Проклятие, это через пола. Проклятие висят, через 2 секунды будут бублики. С них готовимся выйти. Мелизоны вышли. В мелизоне бублики. Не должно быть. Захиливаем. История сдох, блядь. Синтек историю после этого ресы. Сразу каску лапу приставав по нему. Бублики. Так, быстрее историю забафить. Бублики 2 секунды разольются. Вышли с мелизоны. Разлейте в другом месте. Зауешьте в мелизоне сферы. Так. Дыхание. Давай бисер на хп. Готовимся, скоро каст будет, погружение. Так, проклятие, заходим в бублики. Дал Т4, Айновен тоже давай, массакру. Выходим. Вот смотри, сколько сдохло дохуя людей. Блять, а тут три бублика в одном, охуеть. Да, да, тут три в одном. Нет, погружение началось, и на этих людях как раз на вот этом бублике и были. И пизда, блядь. Нет, теневой колодец, просто вот тут. Сразу три тика бублика. Там милики оставили, да, просто, да. Просто отвели. Да, 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 да. Ну, это говорит только о том, что вам похуй. Нет, а ты просто такой забегаешь, думаешь, там один, блядь, здесь сразу от трех пизды прилетают. Это говорит только о том, что вам похую. Еще раз объясняю, блядь. На прошлом КД мы это закрыли, там, на коляске. Да. Я объясняю вам, блядь, милики. Вот если вы нихуя не видите... Лучше, сука, постойте, нихуя не побейте. Вот три бублика в мелизоне, два даже бублика в одном месте. И вообще бублики в мелизоне, это полная параша, блядь. Ну, я не думаю, что это Рарник там, или Святос, или Хисторию раздел. Вот кто-то из тех из вас, вот. Кто-то, или Серафим, или Буребай, блядь. Вот кто-то с вас, блядь, эту хуйню раздел. Начинайте смотреть, блядь, что происходит.
Потому что, если когда вы вот так не знаете, нахуй, что происходит, и будете вот так по КД парашу это разливать, это равносильно, блядь, разлить лужу на Личе в центре, блядь. Жрите рыбу. Если такая параша будет по КД, так никакие боссы не будут закрываться. Нихуя сложного нету. Если вы не видите, блядь, у вас никаких аддонов дополнительных нет, или вы лагаете, вам говорят уже, блядь, проклятие, нахуй, бублики, нахуй, я говорю 2 секунды, 1 секунда, блядь. Если для вас это нихуя не значит, блядь, то я даже не знаю, блядь, что с вами делать. Типа, если такая хуйня будет продолжаться по КД, блядь, я просто открою видео и посмотрю, кто конкретно не выбегал, блядь. И просто будет все понятно на ваш счет. Еще раз вам напомню, блядь, скачайте себе аддон. Касается варов, разбойников, палов, всех, блядь, ДД, блядь, хил вы, не хил, похую вообще, танк даже. Скачайте себе ебаное вуду. Как его настроить, я вам могу подсказать. Если вы хотите увидеть, как это выглядит, блядь, там все как на ладони, блядь. Весь рейд, ники рейда, классы, блядь, все видно, нахуй. На кого эта параша вешается, кто в ней стоит, блядь, в этой луже, в метке, нахуй. Все, блядь, пизда, все аддон делает, ДБМ, блядь. Вы всю эту парашу должны видеть. Потому что если вы это не будете видеть, никто вам никогда, блядь, ничего не закроет. Вот. Пойдете в экзальте, да там просто вас, блядь, кикнут нахуй и все, блядь. Поэтому, чтобы научиться играть, блядь, давайте, блядь. На следующее КД скачивайте ебучее вуду себе. Мне в диссе напишите. Кому надо, название дебафов скину с этого инста. Как настроить, тоже могу, блядь, объяснить. Если больше трех людей спросят, как настроить воду, запишу видео. Настройка там несложная, блядь. Я за 2 минуты настраиваю себе. Размер панели, всю хуйню можно там понастраивать. Все, рарник готов. Все готовы, на счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Самое главное, вот когда эта фаза пошла со сферками, вы должны понимать, что вас дамажит. Это сферки, щупальца. Если сферки есть, их залипайте сразу. Тоже прожимки свои не жалейте. Там 50 на 50. Всю хуйню. Вот. Блять. Сейчас будет это... Мильки, выбегите. Без дыхания будет. Через секунду. Вот, захиливаем. Вадикон, рез совершаму. Последний Б. Сразу каску лампы пристабав по нему. Сразу ставь тотем. Вадикон ему идр сразу. Так, вон куда-то в край комнаты идут мобы. Они будут лужу разливать, там, ну, кто-то хилит стоит. Готовьтесь. Давай, дыхание захиливаем. Моментальные цепухи нажимайте, шаманы. Блять. Эй, ебать. А, еще СС надо будет давать, наверное. Ладно, пробуем бить минус 2 пока. Пробуем. Пробуем так. Хилов меньше стало. Вон сферы миллизона разъебываем. Вот эти 2-3. Бублики, смотрите, сейчас появятся. Рейндж наберите, выбегите. Конкретная вилла, шарарник, малефицист. Вот, вышли. Стоим сбоку. Следующую дальше отнесите. Вот сферы возле босса 2 разъебывайте. Так, дыхание. Рарник, бублик зашел. Бублики выносите. 2 хила, 5-й пати и 1 цент. Миллизона, выбегаем отсюда. Здесь 2 сферы. Готовимся в бублики заходить скоро. Давайте Геру, я забыл, кстати. Геру, с черной хуйни выходим. Погружение во мрак, заходим в бублики. Дал Т4, наверх дали массакру. После этой хуйни. Выходим все, гимн на ХП все даем. Фул прожимки. Блять, хильтесь как можно. Бинтами, сука, бейте камни локовские. Все, фул ДПС. Просто 6 лямов. Хуярим, скоро войско дам сейчас. Ебать, кто-то дышит там нахуй. Ярим, с бубликов выйдите с бубликов. Блять, вам не скажешь, хуй выйдите. РДД, на вас вся надежда, блять. 3 ляма. В бубликах от хил по вам снижен. Тут сфера еще, смотрите, прожимки рарника. Давай прям, что, 50 на 50, что есть. Флешка себе хиль. Маги глыбу, блять, нажмите, потом побьете, добьете еще. 2 ляма.
Смотрите, сейчас разорвется параша через 2 секунды. Просто выйдите из бубликов и добивайте. Выйдите из бубликов и добивайте. Все, у кого там, в принципе, должны дотянуть. Вы уже меня не хильте, себя хильте. Он уже все свои прожимки отдал. 100 тысяч, 50 тысяч, вот, еле-еле. Ой, ебаный босс, нахуй. Такое дрочево, блядь. Ничего, нормально. Так, что там у нас интересного? Так. Омоложение, блядь. Синтек ГЦ, что ли, получается? Охуевшая хуйня, блядь. Топовая, да? Хорош, блядь. Хорош. Прям, вот видишь, старались, блядь. Так, что это у нас? СПД, крит хаст, кожа, штаны. Ну это что у нас? Носову хорошая будет. Да, носову. Что у нас там? Вадикон, Ямика. Так, ну давай подумаем. Ямику я реже видел, да у него и ЕП мало. Ну-ка, если ПП. Да, Ямики ЕП мало. Так, ну Ямика, я думаю, ты не против будешь, да? Да, давай, он чуть-чуть бывает. Водикон. У него приор 18.35, что там? Да, водикон уже закинул. Ну тут по консолу без ГП. У меня 63. Просто водикон. А там уже смотрите сам водикон, если вдруг тебе кажется не надо, там смотри. Так, что это? Латы, плечо, блядь. Хасты, РП, блядь, что за хуйня вообще? Короче, у нас минут 40, наверное, есть. Пойдем сейчас собачку пару. Критическое исцеление? Ну там урон. А, урон. Урон и исцеление. Неплохая тема, если учить. Ну, не херня. Так, малифицисту закидываю. Святос там 10% нажимал. Че это? Меч, мастерство, защита. Кому надо? Про товары, про топалы. Я себе возьму, у меня вчера такой же упал, только его не апнул. А вот этот ап, если никому не нужно, я себе заберу. Малифицист, да? Да. Давай. А тот, тот он тебе попадет в руку? Чуть-чуть. А, он не уникальный. Хорош. Все, пошли на собаку. Там тоже нихуя сложного нету. На собаке. Только надо нюансы все понимать прям четко. Вот как здесь с бубликами. Тоже вы должны все это видеть. Если кому интересно, еще раз повторяю. Ну, чтобы вы... Типа есть заезженный контент, а есть вот Сирус тот выпускает там всякую вот эту хуйню. Ок, Гер, там, блядь, вот эту тюрьму, блядь. Если кому-то интересно, блядь, смотреть, как это что проходится. Я же в других гильдиях тоже состою. Вот. Там это проходится все. Поэтому, если вам вас интересует понять, как что работает, то заходите на YouTube, там все есть. В Discord есть ссылка. Там ни подписки, ни доната, ничего не надо. Просто для вас видео посмотреть есть. Если вам это интересно, конечно. Вот. Ну, так тогда... нормально, у меня ничего не понятно. Вроде нет. Что-то было где-то сейчас, я слышал себя. Я отключил, убавил, короче. Это, ну да, нормально. Ну, лучше всего, конечно. Это, видишь, фон он всегда идет у людей, когда, допустим, у тебя есть микрофон, и рядом еще стоят колонки. Ну, то есть из колонок... Смотрят, короче, телевизоры, поэтому... Вот так. И еще от наушников. Ой, блядь, спать охота. Сука, еще целка Геру сегодня траить. Профа убьем, наверное. И Синдра Лич остались. Ну, прок хороший. А что там за прок? Ну-ка. Омоложение, блядь. Раз в 15 секунд. Ну-ка. Быстрое восстановление активирует родство с природой. Пока активен данный эффект, все наложенные вами омоложения усиливаются. Не, хорошая тема, ебать. Ты чё, считай, быструю сдаешь у этого танка, к примеру. И хуяк омоложение разъебываешь. Вот к 11 секунд. Ходка, ты имеешь в виду омоложение, 11 секунд у тебя висит. Это у тебя символ на рейтинг скорости или что? Ой, дай сопрот, пожалуйста.
Ну-ну-ну. Я помню, там что-то от рейтинга скорости. Вот, типа, если его убрать, то, может, и покруче будет. Ну, а какая там альтернатива еще есть? Да ладно, похуй. Короче, здесь с пула, когда босс пулится, на людей вешаются метки. Зеленая и фиолетовая. Вот. Фиолетовые начинают здесь. Это РДД и хилы приоритетно. Ой, блядь, зеленые. Зеленые в кресте. Милики и танк начинают в квадрате. Примерно так мы делим комнату пополам. Вот как смотрите на эту решетку, да? Прям через середину решетки такую линию проводите в уме. Вот. Значит, в чем особенность босса? Когда эта параша повешалась, вы должны посмотреть на свой дебаф и увидеть, какая там метка. Если на вас фиолетовая метка, то ваша тактика, смотрите на звезду. Вы либо прыгаете по КД. Если у вас хуёво с пробелом, если вы что-то не так, то вы получите стаки, там от 1 до 3 стаков копится. Если третий стак получите, вы получите стан на 5 секунд и будете в стане стоять вот так вот. Ну, что потом в конце приведет к вайпу. Вот. Либо вторая тактика бегать вот так вот, туда-сюда. Туда-сюда бегать, вперед, назад, вправо, или главное двигаться. Как это работает, как эти стаки набираются? Все время, когда вы стоите, каждую секунду, а еще точнее, то есть ровно в секунду, в первую, вторую, третью, ровно именно в этот момент времени вешается стак. Если вы будете двигаться с 0.5 до 0.7 секунды, вот так вот пробежали, да, и постояли, потом стак на вас повешался, и с 1.2 и до 1.7 вы, допустим, пробежали, и встали опять на месте. И на вас на 2 секундах повешается второй стак. И потом, когда вы словите стан, будет вайп. Тогда вы скажете, блять, я прыгал, бегал, я ебу там нахуй, пизда нахуй. Все равно стан получил нахуй, сирус говно, блять. Вот, поэтому я объясняю, как работают эти стаки, блять. Вот, то есть посмотрите за этой хуйней. Первое время можете даже не бить, ничего. Просто посмотрите, как на вас вешаются стаки. Стаки на вас не должны копиться. То есть не должен, 2 стака накопилось, вы должны что-то сделать, чтобы они исчезли. Для зеленых прямо противоположная хуйня. Как вы играете? На вас зеленая повешалась. Вы наоборот, если вы двигаетесь, на вас копятся эти стаки. А если вы стоите на месте вот так, на вас они не копятся. У вас тактика простая. Появились кольца, с них выбежали вот так, встали. Исчезли кольца, стаки исчезли, сейчас подошли там в рейнджу, бьете дальше, хилите. Тут три способности есть, которые вешаются на зеленые и на фиолетовые. Они аналогичные. Это кольца вот эти, вот гейзер, фонтан, вспышка скверны или вспышка тьмы. Вот они появляются, кольца такие, увидите, они такие будут на полу. Они не мерцать будут, а именно появятся и будут висеть 3 секунды. Если вы с них за 3 секунды не успеете выйти, то они взорвутся на 15 тысяч. Если вы в двух кольцах таких стоите, то есть с вашим кольцом рядом еще какое-то кольцо, вы просто двойной урон получите и сдохнете. Вот сейчас это все увидите. Еще одна хуйня — это пульсация. Она такая поменьше, она просто пульсирует. Она просто 500 урона наносит. Эта хуйня прохиливается, это изи. Дальше третья механика — это метка. Над головой, как на первом боссе, появляется метка. Есть зеленая, а есть еще и фиолетовая. Вот, когда эта метка появляется, ну вот такая она мне появилась. Я такой стою, блядь, подбегаю к вам, и через сколько-то там 5 секунд разливается лужа под нами. Вот. Эта метка, когда она исчезает, она наносит 70 тысяч урона. Этот урон нужно поделить. Вот. Если вы поделили метку с челиками, нужно с этой лужи выйти, соответственно, чтобы не получать с лужи урон. Это все понятно. Дальше. Так, метка, пульсация и колодцы. Вот эти все сказал. Что вам еще нужно самое основное понимать? Лучи — это просто будет там, допустим, вот есть анреальный, в РДД зоне будет стоять, он на него смотрите, как двигаться от лучей. Милики, кто будет с танком стоять, смотрите, как двигается звездочка, как выбежать и забежать, то есть как именно в какой момент это нужно делать. И самое главное, что вы должны понимать, это конфликт стихий. Конфликт стихий происходит тогда, когда метка одного цвета получает урон от другого цвета. Это может быть любой урон. Это может быть лужа. Это может быть пульсация, которая 500 урона наносит. То есть вот я, допустим, такой с фиолетовой меткой. И вот он реальный такой с зеленой меткой. Он такой возле меня, ну, пробежал, да, а на мне пульсация была. И он словил этот конфликт стихии. Или я, или он там словил этот конфликт стихии. И весь рейд будет получать по 5000 урона раз в секунду в течение 5 секунд. Ну, если, конечно, цель с конфликтом стихии здесь, именно с бафом, с этим сдохнет, то урон сразу не будет. Но, как правило, люди хилят, баф этот не видят.
То есть, что я говорю про Вуду, блядь. Вот. Я это все прекрасно буду видеть, кто там что словил. Все это на видео будет видно. Вот. Конфликт стихии нельзя ловить. Это говорит о чем? Миликам нельзя подходить к тем, кто не двигается. Те, кто не двигаются, не должны подходить к тем, кто двигается. Вот и все. Вот и все это как-то звучит. То есть не заходить с дебафом фиолетовым в зеленую лужу. И аналогично наоборот. Короче, сейчас пульнем и посмотрим, что получилось. Значит, как мы распределимся? Первое. Давай, кто у нас там? Давай, бисер. С нами да, побегаешь. Миликом. Короче, да, я тебя перекидывать не буду, будешь там, чтобы вдруг если что... Хотя, похуй, давай перекину, поебать. Первая, вторая пати, вы начинаете в квадрате. Сразу туда перебегите, там встаньте. Третья, четвертая... Подожди, третья, четвертая, блядь. Четвертая и пятая вы начинаете... Так, шпшника сюда закину. Так. Так. Четвертая и пятая... Вы начинаете в этом, в кресте. Третья пати. Блять, подожди. Давай реального сюда. Допустим, декода. Да, в принципе, нормально. И вот смотрите, из вас два человека в третьей пати. Вы немножко по центру стойте. Вот здесь, как босс побежит к нам, к миликам, вы немножко стойте возле решетки. Вот примерно здесь, чуть впереди. Вот. На кого-то из вас повешается два фиолетовых, два зеленых. У кого будут зеленые, пойдете в сторону креста. У кого фиолетовые, туда, в сторону к нам. Тактику вы знаете. Это. Да. Если надо, синтек может с миликами побегать, я шходки кидаю. Ага, давай. Давай, значит, кого мы тогда? Так, если ты побегаешь с миликами, то тогда... Тогда я хочу с миликами, я не хочу КРТД. Ты и так с миликами. А, ну все. Я просто думаю, с третьей пати кто? Тогда с третьей пати просто... Короче, синтек там с квадрата начинает. Тогда просто с третьей пати три человека получат зеленый баф. Вот и все. И один только черный получит. Так. Все, теперь проверка. Пульнем, посмотрим, что как. Ну и еще сокрушающий удар вот такой же есть, как на первом боссе, там на Мактеридоне, на этом маленьком. Тоже отбегать просто надо и все. Я буду по стенке вести, лужить, разливать. Малифицист готов? Все готовы? Аспект офнится. Давайте на счет 3 пуляю. 1, 2, 3. Все, прыгаем там. Я там нихуя не вижу рейд, короче. Ну там вроде как у синтека фиолетовый, так. О, я стан получил, видите? Пример, как не быть нубом. Вот смотрите, если кольца появятся, просто с них выбегать надо будет. Так, конфликт стихий на притоне. Он, наверное, подбежал к нам, да? На притоне, если что, зеленая метка. Вот кольца появились. И конфликт стихий все равно на притоне. Притон, отойди куда-то к стене, потому что ты задеваешь каких-то черных, какой-то черный урон получаешь. Если так конфликты по КД ловить, будем падать. Ты филокок у него черный был. А-а-а. Ну, понятно, все вижу. Так, вот смотрите, поезда. Ебать. Заебись, вода. Заебись. Все стало понятно, да, сразу? Он у меня за спиной, бля, появился, я даже обосрался, бля. Думаю, что за портал, блядь. История так на мой трансмог засмотрелась. Ну давай, что-то... давай еще, вот смотрите, вот вы лежите. Так, вы лежите. Еще... Давайте еще. Еще попрыгаем. А, челик подошел с зеленым, да? Молодец, киса. Ладно, падаем. В доспетке куча этих гейзеров. Куча гейзеров. Да. Что с черной меткой нужно было делать? А ты слушал, когда я рассказывал? К РДД идти. Ну, я РДД. Я стоял. Если ты не двигаешься, на тебе копятся стаки и дается стан на 5 секунд. Ну, я ничего не делал вообще. И просто бах и упал. Вот ты с черной меткой стоял у РДДшников. Тебе наоборот надо с черной меткой в мили-зону идти, там, где вот они шатаются.
А как то он есть... оказался в... Там у шамана какого-то есть N из хилов. Вот у нас Ликоношок, а Киса хилы. Угу. Да, да, давай, призывно с хила. Ой, не хила, да. А как так получилось, что ШП оказался в РДД зоне с меткой мили? Ну, Киса, потому что одного давай, милика Киса, не хватает. Одного милика не хватает для баланса. Поэтому вот так вот. Нет, там не в милике дело. Там дело в том, где люди стоят с пула. Если ты стоишь в квадрате, вот здесь, ты словишь черную метку. Хотя хуй знает, может быть и так. Ну, давай попробуем. Акиса в этого, прыгни в энха. Если я тогда свичну тебя местами с бисером. Блять, подожди, у нас все равно 24. Так, допустим, бисер бегает. Я стоял в кресте, вообще, то есть, и ничего. А 12 человек, да, надо? Да. А может, доберем одного кого-то с гильдии? Да, ну если там есть, то она, можно. Он бургер, паладин. Я тоже вешать им сейчас КД, если не убьем. А если он вайпнет? Вот 24, а 25-й какой будет метки? Так, смотрите, 25-й не будет, 12 на 12 он кидает. Этот. Okay. Вот смотрите, первая, вторая пати вы начинаете в квадрате. Третье, четвертое и пятое, вы начинаете в кресте, вы там стоите. Потом разбежитесь, раньше ловите. Этот. Из третьей пати, бисер, Викторка, Вадикон и Ванцент, на вас должны вешаться 2 на 2. То есть 2 фиолетовых, 2 зеленых. Вот сейчас посмотрим с пула. Давай с пула попробуем давай такую хуйню выполнить. Блядь, на кого что повешалось? Чего, блядь, я не понял, что мне 2 дебафа нужно залутать? Я еще раз говорю, на вас с пула повешается либо фиолетовый, либо зеленый. Принимайте готовность. Ну, ты сказал, 2 и 2 повесится. У вас в третьей пати сколько человек? 4. 2 и 2, это 2 человека и еще 2 человека. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Давайте смотрим. Вот сейчас скоро повешаются бафы уже. Вот давай смотрим. На бисере фиолетовый. На этом, на Викторке, в Адиконе, на Синтеке фиолетовый. Ну, все правильно, да. Синтек с нами бегает. Короче, я не буду возле стены стоять, буду здесь стоять, чтобы вы смотрели. А, и еще давайте, знаете, как сделаем. Бурябай, Серафим и Вилаша, убегите далеко за спину звезды, туда. За друида, за эрдру, за Синтека. И почильте там, попрыгайте. Вот это просто выйти надо с этой хуйни. Это просто отбежать. Вот, ну минус 2 пока. Вот, метка, сбегись со мной. Кстати, лужа еще скоро будет. А, заебись. Нет, двоих не хватает. Синтек, почиль тогда, хули. Скоро будет этот обстрел. Смотрите на пол. Вот появилась хуйня, вы стоите на чистом луче, да? Луч прошел, сразу выпрыгнули. Все, вроде выполняете, ничего сложного. Как, сука, блядь. Давай еще до следующего обстрела. Что, как? Как, сдох? Да я перешел, блядь, с фиолетовой перешел на зеленую. И все нормально было. Викторка, стой. Так я про это и говорю. Вот вы на реального смотрели, как он выпрыгивал? Эти гейзеры, да. Босс не сложен на самом деле, только на нем надо повайпаться прилично, чтобы понять всю эту хуйню. Но мне кажется, мы можем его убить. Да, конечно можем, блять, только не, ну, не с этого пола. Давай, еще сейчас будут эти, как они называются. Вон, смотри, гейзеры на РДД. Кто-то выжил, кто-то нет. Ой, так-то вообще несложная хуйня. Смотрите, вот чародейский обстрел, шквальная вот эта параша. Вот вы стоите сначала на чистой хуйне. Эта хуйня пронеслась, выпрыгнули. Не знаю, видно было, нет. Он реально уже сдох. Так, что у меня там по времени? Ладно, короче, я думаю... Сегодня мы уже этой хуйней заниматься не будем, пойдем отдыхать.
Вот смотри, вот я такой подхожу к луже зеленой, да? Хуяк, конфликт стихий, да? Все видят? Вот, это то, что вайпает рейды. Охуенно, да? Прикольно, мне тоже понравилось. Сук в тех убил Рел, падла. Вообще, блядь. Че, давай ласт трай попробуем, нет? Ну, хорошо, давай. Давай еще трай попробуем. Резайте и заходите. Это, есть, короче, два варианта. Можно переключить режим с бега на ходьбу. Так будет, типа, они, ну, статки у миликов не будут накладываться, и они будут как бы медленно двигаться. Ты из гейзера вот. Не выбежишь. Да. С гейзера не выбежишь. Потом да. Из гейзера ты сдохнешь, и от сокрушения бежишь. И... Ну, не знаю, там вообще-то не обязательно во фрейме босса стоять. И, короче, там есть места, допустим, вот куски мяса или кости, вот в них можно упереться и просто на месте бежать. Или вот как Вилаша делал, он просто в стенку уперся, он типа и бежит, и стаки не накладывается. Сейчас попробую спиной, может интересно так будет. Кто там еще сдохший лежит? Вот, а кому интересно, собака убивается вообще несложно. Заходите, у меня это плейлист Алгород так и называется. Там эти, блядь. Вон вчера, блядь, мы сходили. Или позавчера, я уже не помню, когда, блядь. Позавчера, что ли? Десятки мы вчера, по-моему, были. Не, не наша десятка, а вечерняя гильдия еще. 25-ку. Закрыли, пиздец, за 20 минут 3 босса. Просто пришли, разъебали. Но это уже мы на них вайпались прилично. Также несколько часов вайпались. Там, конечно, ДПС несравнимо больше. Намного. Если мы на сурке 300 тысяч даем, там по 380, по 390. То есть на сотку, считай, больше ДПС. Кто-то там офнулся. Бисер. Бисер, ты где? Бисер ушел, что ли, куда-то? Угу. Антика, кстати, умер? Или что? Его просто нет. Короче, бисера нету. Давайте без бисера пульнем последний раз, да и все. Не буду я в стенке прыгать, буду прямо вести. Лужа будет всегда под боссом, сбоку бейте. Слева, справа. Немножко сюда отведу. Так, что там, все готовы были? На счет 3, раз, 2, 3. Так, вот фиолетовый баф на нас, побегаю. Заебал. Прыгать не хочу. Просто смотрите, что происходит. Стойте на рейнже. Вот. Милик, если не уверены, съебитесь там вот за противоположной стенки, покурите. Вот. Вот сейчас вот на вас просто ауешка зеленая. А хуй знает, рандом. Вот смотрите, этот. Угу. Просто выйти. Вот. Почти у всех получилось. Вот у мага есть блинк, но он сдох все равно. Стафилокок сдох. И кто там еще бисера не было. Вот, но остальные выжили. Вроде нихуя сложного нету, правильно? Так, милики, что вы там, лужу, да, словили, я вижу. А, и на мне еще лужа пошла. Буду стоять, пока в ней стакать. Мансон, пиздец, ты умный. Забежал, блядь, встал среди нас. Одно хп осталось. Смотрите, шквал. Выбежали. Вот. Как вот вы сдохли, да? Вот интересно. На шквале сдохли все милики. А, у или там. Потом эти были воронки шквалы плюс. Там не на шквале, там подвоз воронка была, там все с одной стороны перебежали и забежали в воронку. И воронку понятно. Всех. Воронку. Гейзер. Какую? Еще. А, гейзер. Ну вот гейзер. Я, короче, сейчас в ходьбе походил. Вот, в принципе, если бы не лужа, думаю, тут все спокойно в ходьбе проходит. То есть я и от босса смог отбежать, и забежал под этот каст, когда сбегаться надо. В общем, план минимум выполнили. Ну, а потраем. Что сделал конфликт, не понял. Все стояли, костили, нихуя не было. Конфликт из ниоткуда, просто ворда до звонка. Потому что у тебя была зеленая, а фиолетовых больше не на кого было накладывать. Наложили фиолетовые на оставшихся зеленых. Не повезло. Вот тебе три конфликта, нахуй.
Мне кажется, надо допронос сделать. Да, мы пойдем на этой неделе. Но это, конечно, от вашей явки зависит. Приходите, заходим, выстраиваем. И дополнительно... Я начну со следующего КД, проще начинать с него, и пока его не убьем, готовимся. Я тебе скажу, что проще. Проще убить два босса и с них полутать чарки. Это проще. А, ну, траить мы на этой неделе пойдем. И еще дополнительно напомню. Скачайте себе ебучее вуду, посмотрите видео на ютубе, как убивается эта хуйня. Вы поймете, что там нехуй убивать. Это все, ну, пиздец как просто. Вот вы придете в рейд уже более подготовленными, и будете все видеть, все понимать. История тут, если что, шмот падает со всех боссов. Я тебе про перчатки, которые падают. Так, я ИП не перчатки давал. Перчатки тоже со всех боссов падают. Вон, открой. Падает, такая, нет, сейчас. Падает у каждого босса свой шмот. Пухи только, падают со всех боссов. Пухи. Разве? Да. Нет, ладно. А, все, у нас РО уже. Да. Все, я подал. Всем хорошего вечера. Всем пока. Давайте. Завтра что приходите, думаете? Посмотрим, кару что допрос? Пойдем. Да, может, пойдем кару добьем, если это. Кару дальше пойдем. Ну, я бы добил.